Артём, мы продолжаем играть в Settlement Survival. 40 горожан хотят новые дома. Поздравляю вас, ребята. Ну, почему у вас вот буквально? Вот не понимаю этого момента, но и хрен с ним. В общем, у нас были очки исследований, и я их потратил. О, у нас еще одно есть. На вот это. Нет, стоп, подожди, что это? Мята? Почему мята называется? Короче, серебро клепаем. Да. Он будет показываться в количестве 0, но у нас бабки прибавляются, короче. А здесь поставил театр, пару домиков. Роскошных, естественно, конечно же. А вот, рынок поставил с человечком. Все, и деньги теперь, короче, идут. Вот 322, давайте подождем. Оказывается, у меня вот здесь вот стоит еще один торговый пост. Я бы создал караван, но нам банально некого в этот караван отправить. Да, и поставил еще одну серебряную шахту. Она вот активненько добывает нам серебро. Человечка пока оставим, вдруг пригодится где-нибудь, как-нибудь. И кажется... А, третье поле с гусями? Подожди, нет. А, у нас появилась индейка, пятая. Но она нам не нужна, хотя... Типа... Стоит она один... Тут все стоит один, поэтому она нам и не нужна. Вот, мы ждем сейчас прибытия людей и этих, и корабля. Здесь у нас, вот, скоро буквально придут, скорее всего, они уже... О, прибыл торгаш, а у нас деньги есть, прикиньте, торгаш. А, так, в поселение прибыл странствующий торговец. В обмен на серебряные монеты он даст вам случайные товары неизвестной ценности. Хотите совершить эту сделку? Давай. Так, после взаимовыгодного обмена было получено некоторое количество деликатесов. Довольно торговец распрощался. Деликатес, 225 штук. Так, скорее всего, простая пища. А где... А, вот они. Деликатес. Так, пища приготовлена из печенья и овощных консервов, тостов, фруктовых... консервов или круассанов, или мясных консервов. Хрен бы с ним, окей. У нас все равно вот это. Все. Так, все. Так, наступает март. Март наступает, народу нету. Но еды 23 тысячи, я не переживаю. Дерево было много потрачено. Ресурсов было много потрачено, поэтому ладно. Я с камня... Кстати, вот, я построил вот эту открытую шахту. И здесь можно добывать что угодно. Но ее можно ставить где угодно. То есть вообще плевать, где ставить эту шахту. То есть не обязательно влепливаться в скалу. То есть мы в принципе можем в шахте добывать и тоже серебро. Но я поставил железную руду, хотя таскать ее придется вот сюда. Так, что это? А, мало сырья. Окей. А что, колбасы? 0, 40, 272... 0. А, ну да, у нас нету стейки. Это что такое? Масла нету. А, ну все, да, окей, тогда давай пока. Пока скинем человечка одного. Сейчас наши придут. Они уже, наверное, откуда-то отсюда идут. Прибыл странствующий торговец. А, ну все, мы с ним уже поболтали. Так, наши. 2273. О, 73, был 72. 2323. Only shit. Так, погоди, вот. 459 дней. Слушай, еще 70 дней, они еще не скоро появятся. 2323. Причем вот это одно здание с двумя людьми неплохо так работает. То есть в этом году 400 монет набрали. За ничто, за банально за руду, которая у нас собирается, кстати... Какого жеваного крота? У меня собирается руда, точнее... Я же отменил все. Хозтовары, бумага, сырье, руда. Серебряная. Только серебряная руда. Все остальное отменено. Серебряная руда. Все. Ну ладно, и давай пищу оставим тут. Это уберите отсюда. Вы зачем сюда это притащили? Кто вас просил? Так, три человечка уже есть, там маршал закончил школу, молодец. Давайте пока сбором ресурсов займемся, а то мы тут потихоньку обрастаем лесом всяким. Так, вот это отменяем, что, блин, да, тут неудобно, конечно, ну ладно. Так, все отменили, вроде все.
Так, вот это и вот это. Так, сюда не заехали? Не заехали. Ну и красота. Так, складец. Уже 100%. Тут уже все забито тростником. Давай 5000 возьмем. И все, и проблем с тростником больше нету. У нас три поля тростника. А на что нашел тростник? А, ты? Нет. Вряд ли. Ты? Это из льна. Прибыли кочевники. Ой, какая прелесть. Мы сейчас их отправим. Мы сейчас активно начнем барыжить людьми во все... О, добавить. Эффективность переработки строения. Нет, качество жизни плюс один. Давай. Вперед. Кочевники принять. Мы сейчас 16 человек снарядим в экспедицию. Это что у нас? Станция сбора. Тут есть что собирать. Блин, да знаешь, если честно, ладно, мы тебя снесем. Тут нечего собирать банально. Это здание тут нафиг не нужно. Вот, лучше станцию сбора поставить где-нибудь... Так, где там станция сбора? Вот она. Вот одна, вот вторая, вот третья. Да блин, легче, когда ее тогда вот тут вот поставить. Все. А это снесите, это нам не нужна. Сейчас у нас вот это достроится. О, у нас костюмов нету. Подожди, у нас же швейные мастерские запустились, правильно понимаю? Костюмы, 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 платья, платья, рюкзаки, костюмы. Давай. Надо костюмов сделать 15 штучек. Так, это снесут. Это все хорошо. Так, это пока не надо. Я что-то... С чем-то, что-то как-то где-то... А, я хотел народ отправить. О, караван приезжает. Я хотел народ отправить, создать караван. Мяу. Так, давай посмотрим по фракциям. 50 из 80, 0 из 80. Да, эти вот как раз сейчас возвращаются вот отсюда. Мы с них получаем чисто замок. Вот. Но это на уровне 5 репутация разблокируется, это еще не скоро. А здесь уже первый уровень, у нас бамбук появится. Он там для чего-то нужен, для бумаги или еще для чего-то. Ценник, давай, короче, вам в количестве 10 человек 0,72. Товар, все равно 1500, как ни крути, но у нас есть очки, торговля. У нас есть вот это, торговый порт. Мы его можем построить, в принципе. Вот, как нефиг делать. Мы будем типа на кораблях все отправлять. Так, большой торговый пост есть. Тоже у нас как вариант. Расширенная страховка есть. Снижает цены на страховку, увеличивает страховые выплаты. Если кто-то помрет или нас ограбит, или что. Есть улучшенные караваны. Разблокирует функцию улучшения караванов. Максимальное количество караванов увеличится на 1. И все. То есть толку вот от этой функции нет. Увеличит максимальное количество караванов во всех торговых постах и водных торговых постах. Ну, такое себе. Керамика позволяет переработать глину и катализаторы в керамику или фарфор, серебряную руду и серебряные столовые приборы. Давай вот это возьмем, потому что мастерская резьбы потом и ювелирная мастерская. Мы на этом поднимем хреновую тучу бабла, а ценник будет дешманский. Так, это пока все закрой. Где? Вот она. Так, глина. Глина у нас добывается вот здесь. Серебряная руда там. Давай глину поставим здесь. Так, а вот тут поставится? А, театр. Ну ладно, тогда вот тут поставим одну глиняную мастерскую. И пока весь кипиш идет, отправим давайте 10 человек, как я и хотел. Поторгуемся с Мяо, естественно. Мяо. Сколько древесинки? 2400. Ты там вроде 200 отнести можешь максимум. А, нет, даже не 200, а 300. На 1350. О чем это? Ни о чем. Сколько досок? 238. 200... Стоп, давай вот это вот в ноль переставим. А сюда 200 штук возьмем. Ага. Тогда 238. Угу. 1800 уже. Камень. 615. Давай еще 30-ку камня. Так. Сейчас мы камнем добьем ее просто и все. Камня дофига. О, 2990. Продажа. Так. Почему-то черным. А давай вот так сделаем.
Не 62, а 200. 300. Все, на 5000. А у нас камня 600. Продажа. Так. 214, страховка. Давай. На что страховка повлияет? Без понятия. Так, создать. Все. 531 день. Сейчас деньги придут. Наши. Да, наши бабки. Так, лес пока мы не сажаем. Я вообще его снесу, мне кажется. А почему кажется? Давайте его снесем. Во-первых, он мне глаза мозолит. Так, в порт прибыл торговый корабль. Хорошо. Так. Ой-ой-ой. Не говори, что я снес театр. А ресурсы остались? Ресурсы остались, все нормально. Театр, вернись. Так. Сборщика оставляем, сборщика оставляем. Кстати, сборщик, давай мы тебе назначим второго товарища. И вот здесь второго товарища. Как и с охотниками, кстати. Я понимаю, что они не сильно-то охотники важны. Так, а эти у нас только двое? А, это строится еще. Это сносится вообще. Ага, все. Давай, вперед, понеслась. Так, вот они едут, едут. Сейчас нам ресурсы привезут. Они... Так, 5100... Ну, неплохо, 5 кусков намутили. И корабль приплыл, кстати говоря. Так. Овощные консервы, соленое мясо, рисовый пудинг, табак. Изысканная мебель. О, да. Иди сюда, давай. 200 изысканной мебели. Сколько будет стоить? Ну, давай 400. А хотя, погоди, мы сейчас 400-400, конечно, да, но мы тут сейчас продаем все же, да? О, подожди, тут он дофига. Тут прям дофига кофейных зерен. И перьев дофига. Так, итого у нас 7900 всего лишь. А я так обрадовался. А, погоди, вот тут вот надо еще добить. 8000 у нас. Так, ну давай 1800... 1890 вроде. Да не, мой математик. А, у нас 800 здесь. Тогда 1000, тогда 2 2,5. Мне просто лень считать. Ой, подожди, 2500. Ага, ну почти 2600. О, идеально, почти 2550 надо было, ну да ладно. Да, бабки это хорошо. Мы сейчас с бабками разживемся. И сейчас еще отправим караван один к этим. К... Так, все, идеально, идеально. Сделка, все, свободно. 200 мебели пойдет на важные дела. На очень важные дела, такие как... такие как апгрейд. Вот, мебель есть. Осталось только ее принести. Вот, потом что еще? Дома апгрейживать, как мы, кстати, можем. Вот, 100 мебели фиг с ним. Этого нет, кошек нет, собак нет. Так, что тут? Давай собирай. Мы тут... Кстати, а что тут у нас по полям? Пугало. Ну, пугало, может, приедет корабль. С пугало... О, опять у нас топовый урожай будет. Да, смотрите. О, он плывет под мостом. Да, я хочу посмотреть. Давай, братан, покажи класс. Что произойдет? Он просто насквозь его проплывет? Ну, блин, а где, типа, разводной мост и все такое? Ну, ладно, окей. Фиг с вами. Так, тут коцанные людишки. Так, у нас 13 человек. Чем мы сидим-то, ребята? Давайте. А, вот сюда караван. Смотрим, что по пище тебе нравится. Обычные салатики. А, у нас вегетарианские салаты уже закончились. Руда какая-нибудь. Как насчет серебра? Нет, это нет, это нет. Кстати, у нас глины много. 500. Давай, короче, сохраняем 0 и отправляем 300 глины, скорее всего. Ой, подожди. Это вдвойне, то есть 750. Я правильно понял? Да, 2000 монет. Но не 2000 монет нравится нам. Продать. А что мы можем купить у них? Да вообще мы можем купить у них... Деревянные статуи, нефритовые статуи, золотые статуи, железные статуи. Нет, я хочу купить у вас чучело в количестве 2 штук. А, у нас денег-то нету настолько.
702 тысячи всего, нам ни на одно пугало не хватит. Это надо было тех отправлять. Тогда ничего не будем покупать, просто создаем 10 человек, жмем страховку, создать, и все. И у нас осталось снова 3 человечка. 20 мы отправили. Ну, 3 человечка сейчас вот, здание как бы есть. Че тут не так? Мало сырья, мяса мало. Кстати, как тут у вас с улучшениями? А, инструментов таких нет. Ладно, не страшно. Кстати, что тут по очкам? Очков пока нету. Я просто смотрю туда-сюда. Так, 2 человечка осталось. Ну, не страшно. Карьера потом прокачаем обязательно. Тут пока... Простите, а почему вы... А что вы их не шьете? Так, достигла школу. Учится в школе. Достигла школы. Кто-то переумирал. Вот, у нас гончарка открылась. Ой, блин, не то. Мы сможем делать вот эту, керамика. Интересно, фарфор. То есть просто дороже. А серебряные кубки по 90 за штуку. А давай. Мы сделаем 400 кубков. Давай лучше 500. И мы их продадим. По 90 за штуку. Мы охренеть, сколько бабла наварим на кубках. Так, ребята, кто у нас тут трудится в поте лица? Посидите пока вы без этого, а ты давай активно, просто активно. Начинайте. Вообще, вы сейчас столько мне все принесете. Лампы пока не делаются. А почему лампы не делаются? А, это хавка. Лампы не делаются, да? Ну, давай, как я и хотел, 100 штук хотя бы сделаем, чтобы они начали делаться. Недостаточно лимит производства. Почему лимит производства? А сколько ламп? 120. Тогда... А, нет, все правильно, все правильно. 100, пусть будет 100. Раз лимит производства, и хрен с ним. Лимит производства на бутылке. 1000 штук. Сделаем 300. Можем барыжить? Можем? Давай 4 за штуку, да. Тут все будет, тут все будет. Кирпичи делаются. А улучшать строительство с помощью мебели, чтобы увеличить максимальное количество рабочих. Осень наступила, пора собрать урожай. Кстати, в следующем году сажать придется. В следующем году придется сажать, ибо у нас 22 тысячи всего. Я все понимаю, мясо мясом, да, но нет. Серебряная руда, вот она копится потихоньку. Монетки набираются потихоньку. 50. Короче, одна руда это 50 монет. У нас сейчас 8 руды. То есть поставить таких штук 10-15. Иди сюда. Поставь таких штук 10. 10 хотя бы. Это 20 человек. Это до хрена бабла будет капать у нас каждый раз. Нам бы только как-нибудь прокачать это здание. Вот, печь для обжига. Лучше строение с помощью обожженной печи. Это усиливает огонь и повышает эффективность работы. Вот это нам надо. Но почему мы не можем это сделать? Технологии строительства, улучшения, кирпичные печи и печи. Так, в прошлом сезоне родился один ребенок. У нас сейчас будет очки исследований. Так, еще раз, что там надо? Так, апгрейд. Технология строительства. Технология строительства. А, вот улучшение, надо печки делать. Разблокирует кирпичный обжиг и печи. Для некоторых производственных зданий это может увеличить эффективность производства. Окей, вот это сейчас и возьмем. Ну, нам надо реально эффективность увеличить. Руда добывается, все добывается. Альпаки вон тут растут, живут. Тут можем скинуть по одному жителю. Да, как бы. У нас навоза, в принципе, есть. Мы сейчас одно поле врубим с тыквами. Сколько у нас тыкв? Нисколько. Вообще. Да, врубим тыквы и устроим тут маленький тыквенный рай. Так, театр. Ну, людей пока в театр в этот нету, ничего страшного. Давай тогда с тебя снимем одного и с тебя снимем одного. А, ну нам так надо вот сюда одного, а один чисто про запас. Получишь новые очки исследований. Так, строительство, печки. Иди сюда. Где? Так, 100% здесь есть. Да. Не, стоп, подожди. Мне монетки сначала надо прокачать обязательно. 100 кирпичей. Так. Давайте пока ускоримся. Пусть все идет. Подожди, она же видоизменяется?
Да, смотрите, печка появляется. О, в городе оказался проездом иностранный ремесленник. Они хотели... иностранные ремесленники. Они хотели устроить обмен опытом здесь. Все так красиво. Ваши мастерские на высоком уровне. Не покажете ли вы свои инструменты? 100 в наличии. Так, отсчитайте в ходе обмена опытом. Необходимо 100. Давай. Так, благодаря совместным обучениям местные мастера научились более эффективно применять инструменты. Объем производства во всех мастерских увеличен на 20% в следующем году. Оу, прикольно. Это, короче, я получил за улучшение, да? У меня 600, давай до 1000 увеличим. Так, все, тут все работает теперь. Так, склады, что вообще склады дают? Улучшает склад с помощью кирпича. Расширяет его и хранит больше предметов. Вау, прикольно. Прикольно. Так, давай. Прокачаем склады. Кирпич же надо куда-то девать, правильно? У нас сейчас ресурсы на складах увеличатся, уменьшатся и увеличатся. А, все, материал не хватает. 37 кирпича. Где кирпич делается? Кирпич, где ты? Здесь? Поздравляю, ты теперь тоже кирпичом занимаешься. Давай, активно. 3000 кирпича. Все, вперед. Ну что, слушайте, пока неплохо. 5 человек у нас. Офигеть. Театр. Театр работает. Театр работает. Воды не надо. Вот воды насчет нет, а вот на обогрев я... А, это на ткань. У нас льна нету. Кстати, как тут дела? А это я не могу, потому что что? Как у меня может быть недостаточно материалов? Почему вы 200 стульев не забрали? Давайте вот так, займитесь делом. Скиньте все на склады, пожалуйста. Так, да блин, зачем? С другой стороны-то, да? Если мы сейчас их уберем, ничего страшного не будет. 4 человека нам чем-то помогут? Вроде как нет. Так, 190 дней и 152 дня. Окей, в следующем году только придут люди. И принесут нам нужные для нас ресурсы. 160 тем временем. Религии мало, но я думаю, что церкви надо просто строить. Банально. Ну вот, кладбище построить. Так, церковь вера повысит счастье жителей. То есть надо кладбище. Но у нас нет изысканной мебели. Она есть на складе. То есть мы можем это активировать и построить кладбище. Что там произошло? Ланд закончил школу. Молодец, братан. Чуть тебя поздравляю. Кеп-строитель умирает от старости. Его заменили, и человек отучился. Так, погоди, мы, кажется, семена новые замутили. Я опять не успел посадить, да? Ну ладно, окей, хорошо. Так, новые жители приходят. И торговый кораблик опять приедет. А, приостановлен, извиняюсь. Это нажал. Так, как тут насчет хранилища и сотки? Спасибо. Церковь. Есть инструмент, но нет прокачки на инструменты. Вот в чем проблема. Это церкви. Дома. Дома нечего прокачивать. Баня. Мыло. Мыло нет 50 штук. Мыло только 15. Так, кузня. Кирпичик. Недостаточно материалов. 54. А это мы ничего сделать не можем. Дом строителя не апгрейдится никак. А, пансиончик. Пансиончик также апгрейдится. У нас, подожди, у нас есть чем апгрейдить пансион, но... Технологии строительства мебель. Ага. То есть нас со всех сторон поджали. Строительство мебель. Где мебель? О-о-о. Домашний текстиль сначала надо поставить. А, так. Мастерская магазина. Можно перерабатывать перья, шерсть, ткань и текстиль для дома. Мастерская фабрика. Выполняет те же функции, что и магазин домашнего текстиля. Мастерская магазин. Короче, вот эти два здания нам надо активировать. У нас есть все, и домашний текстиль разблокируется. Надо, да, обязательно. Потом мебель. Март прибыл. Март прибыл, но человечек-то у нас один. Так что 21 тысяча мы как-то протянем. Если что, мы закупимся едой. Мы еду, кстати, поставляем какую-нибудь хоть вообще? Вот эту отменить. Жир. Жир до хрена пусть будет. Великий урожай. Да, прикольно. Уже, конечно, великий, но толку от великого урожая никакого. Да, никакого толку от великого урожая. Кстати, обычные склады можно апгрейдить? Да, смотри, давай. Я хочу посмотреть, как он апгрейдится. Я не знаю, как он апгрейдился. Как-то он апгрейдился, это 100%. Но как, я не знаю.
Так, тут как дела идут, ребят? Как тут у вас дела? У вас тут дела? Хорошо. На, держи человечка. Хорошо. Серебро добывается. Сколько, кстати, серебра добывали? 218. Тебе надо... Мы тебя проапгрейдили. Тебе надо еще мебели закинуть. И вот этого. Как раз последние очки. Да. А, стоп, подожди. Мы же можем вот так сделать. Я все время забываю про то, что мы хитрозадые. Можем сделать вот так. Вот так. И вот так. И просто собрать здесь все, что у нас есть. И тем самым набрать себе еды. Как вариант. Ну, типа, почему нет, когда да. Все. Так, вот это давай отменим. Вот это вот. Так. Тут вроде мы все отменили. Кстати, что там с большими деревьями? Нету опять ачивки на большие... Точнее, задания на большие деревья. Ну, прикольно было, да? Просто взять, хоп, их и найти. Так, ладно, пока все прекрасно. Пока все прекрасно. Собирайте мне еще вишенки. Это не вишня, это слива. Да. Сливки будут. Сливки. А, они, подожди, они должны быть. Может, они во фрукте. Нет. Простая пища. Вишня. Вот слива. Ага, фруктовый сад. Но он собирается. 216. Ни хрена у них так выпало. А слива это что? Это колбаса. А слива где? Где слива-то? Вот слива, но ее ноль. Подожди. Сруби деревья. Деревья пока не посажены. Короче, нехрен рубить деревья, видимо. Потому что это не работает так, как я хотел. Так, давай деревья заберем вот в этом области хотя бы. Опять здесь выделилось. Ладно, все. Кто-нибудь когда-нибудь здесь все обязательно соберет. Уверен, на 100% в этом. Так, тут склад фуловый, потому что 5800 одной только рыбы. Да, уж неплохо живем, да? 21 тысяча. Меньше 20 тысяч упадет, тогда можно уже начинать. Но у нас придут жители, мы их пустим на поле. Пока люди просто достигают школьного возраста, и все нормально. Пока что все в ажуре. Но надо, чтобы они уже... Это что такое? А, ломтик капусты. Я уже думал, что это такое интересное. У нас есть... О, очки исследования. Вот в очки исследования мы пойдем. Строительство. Текстиль. Начинаем. Вот текстиль даст нам... Опа. Метель. Температура падает до крайне низкого уровня. Для долгой работы снаружи потребуется теплая одежда. Она у нас есть. Новая метель у нас появляется. Так. Качество текстиль. Во. Два дома. Это мастерская магазина, мастерская фабрика. Магазин домашнего... Так, текстиля. Можно перерабатывать... Так, материалы. Блин, я не знаю. Так, матрасный магазин. Ну, блин. Типа... Мне кажется, это вот эту штуку лучше ставить. Так, вот здесь вот. Блин, вот... Как обожаю, когда не хватает буквально одной клеточки. Да, тут еще есть место для всего этого. Это все, конечно, хорошо. Колодцы воду начали черпать, потому что у нас 20 тысяч, а там 19 100. Так, как там с едой? Ребята, охотимся. Тут живки дофига. Давай, я вас верю. Так, сбор. Вот это еще соберите мне. И вот это вот все соберите. Что осталось? Вот охотники есть, чем вы занимаетесь? Вообще не пойми, где они. Они должны охотиться. Надо капканы брать. Да тут надо много чего брать. С другой стороны. Секундочку. Так, продолжаем. У нас тут рынок, кстати, есть. Я тут подумал, а почему бы улучшать склад с помощью кирпичей? Был 20%, стал 21%. Так, осень, пора собирать урожай. Нет урожая. Нечего собирать. Банально нечего собирать. Так, что у нас по кирпичам? 61. Ну, это мало. Это вот такие склады есть только улучшать. Что-то улучшается, что непонятно, но, в принципе, почему бы и нет. Согласитесь? Ведь халява, она всегда приятна. Какой бы она ни была. Так, а люди, корабли.
Смотрите, у нас сначала будет метель, потом чума. Ха. 50 из 80. 51 из 80. А мы отправили им только один конвой. Кейт закончил школу, молодец. То есть только один раз к ним поехали. Это вот сейчас второй поехали раз. А тут два или три раза. Неплохо. 420 дней, 462 дня. То есть 40, тут где-то 40-70, а тут 70 и 30, 100 дней. Ясно, понятно, приятно. Так, ясно, понятно, приятно. Очки исследований. У меня же здание какое-то должно было построиться. Вот оно. Вот ты. Эй, ты. Смотрим, текстилька. Это чё? Персидский гобелен. 27 всего лишь? Шерсти, которой нет. А, ты 104 стоишь, изысканный домашний. Тут нужна шелк и перья. Шелк у нас не производится, банально, потому что для шелка нужен текстиль. А, вот, льна нету. Хлопковой ткани нету. А, давай, но у нас материалов нет. На ступе нет материалов. Сколько кубков сделал, скажи мне, пожалуйста. 38. А-а-а. Что? 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 А, все, все, там замены пошли. Я просто думал, что-то произошло. Хорошее, плохое, непонятно. И напрягся немножко. Но оказалось все куда лучше, чем казалось. Так, зима. Ну, зима это не страшно. Сейчас кому-то будет холодно. 41 человек хочет переехать. Мне на них плевать. Почему? Потому что 41 дом я строить не буду. Потому что домой мне влепливать некуда уже. Банально. А вот. А они хотят, чтобы я их как раз-таки и переселял. Что я, конечно же, делать не буду. Потому что мне это нафиг не надо. Так, а вот то, что мне надо, это, конечно же, вот это. Я хотел посмотреть по поводу вот чего. Да. Например, колонна. Декорация. Объект, который может... Подожди, можно построить в городе. Плевать мне на деньги. Я не про это думаю. Я думаю про, вот, к примеру, фонари. По ночам, да? Он может разносить в поселение. Освещает улицы. По ночам. Нажмите F в режиме предпросмотра, чтобы изменить тип. А-а-а. Ну вот, давай, лампа. У нас есть деньги, правильно? У нас есть деньги, у нас есть улицы. Стоп. Здесь. Здесь. Тут буйвол гуляет. Здесь. Здесь. Вот здесь. Вот здесь. Доход. 5000. Опа, 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 опа. Кто-то приехал. Они. Доступно новый уровень репутации. Нажмите, чтобы проверить. Подожди, я могу улучшить все склады за камень, они будут более топовые? Так, у меня где-то еще вот тут склады были. А, вот он. А, так, у нас тут на фракциях... Фракции, во! Мы можем бамбук взять. А ценник поднялся? Скорее всего. Хотя не факт. 0,9, как было, так и осталось. Тут еще не приехали. У нас есть бамбук. Ага. А где бамбук? Ваш караван вернулся в город. Так, Юр закончил школу. Закончил школу. Народ заканчивает школу семимильными шагами. А, мне нужно понять. Создать караван. Да подожди. Фракции. Вот. Разблокируется на уровне 1. Разблокируйте семена бамбука, которые можно посадить на лесной ферме. А, на лесной? То бишь, вот здесь. Нет, подожди. Подожди, у нас есть лесная ферма? Я просто сейчас так обрадовался. А у нас лесная... А, ладно, сейчас я фонари закончу ставить, а потом уже будем с лесной фермой мутить. Чё-то. Так, один здесь. И один здесь. Так, где у нас тут? Есть место хоть где-то? О, есть. Вот здесь давай поставим. Тута. И, наверное, тута. И вот тут один. Так, тут пока не ставим, тут пока не ставим. Вот тут 100%, вот тут вот. Давай ускоримся, пусть пока дела идут. Так, и вот, ну, здесь мы вряд ли что-то влепим. Все, пусть строят. Деньги есть. 10 тысяч. Тем временем...
Подожди. Я не могу тут ничего сделать. Мне надо, кстати, тележки эти. А расширяет здание увеличится максимально. А, это количество караванов. Нет, это мне не надо. Это типа вот до 3 количества караванов увеличим и все. Мне это не надо. Давай, иди в башмаки помогай. Веревки пока не нужны, кстати. Забарыжить. Во. Я хотел посмотреть с тобой. 10 человек. Товар. Инструменты нет. Кстати, инструменты можно сбагрить. Сколько у нас их? 500 всего? Мало. Кокс, уголь, топливо. Во, чаша. 81. Тебе. А мяу поскольку возьмет чаша? По 94. Давай мяу тебе скинем. Давай. Сколько у нас их? 38? Давай 38 и скинем. Посмотрим, сколько места займет. 38 места и занимает. Так, ладно, окей. Я просто смотрю, чего у нас до хрена. У нас огромная армия пуховиков. Давай скинем 300 пуховиков. 705 пуховиков. Уже 16 тысяч. Грубая одежда нет. Руда. Глину нет. Песок нет. Золотой песок. У нас сколько его? 23. Мне кажется, мы сможем его добывать. Но не будем пока париться. Это бабки. Бабки смысла скидывать нет. Так, а материалы? Давай еще камня скинем тебе. Соточку. Это 3 соточки. Я сказал соточку. Так, и давай тогда накручивать камня. Давай 135, 6. Вот, уже другое дело. 503. Окей, и обычный камень. 503. Окей, хозтовары. Сколько бумаги? 1000. Сколько бумаг стоит? 4. Все. 19 кусков. Ха-ха, продажа. Страховка. Давай оформим страховку. Создать караван. Все. Вперед, уходите отсюда. А, стали рыбаками и всем остальными. О, еще один караван прибывает. Это у нас вот эти. И мы сейчас с ними отношения повысим. Там что-то Блэк закончил школу, кто-то умер. Это что? Да я понял, достигну новый лимит. Цена. Подожди, а как мне купить? Ага. Нет, я понял, а как мне бамбуковые корзинки? А, подожди, поле. Я фруктовый сад, пастбище. Услуги появились новые. А, бумажная фабрика. Просто бумаги. Цай, который, по-прочему, позволяет перерабатывать бамбук в бумагу. Это нам в любом случае понадобится, нам только нужно поле для этого всего. А, подожди, бамбук в бумагу. Поля у нас здесь. То бишь, поставить эту хрень можно где-нибудь вот тут вот. Она будет выглядеть красиво. Плюс у нас на нее все есть. Вот, сейчас, ребятки, еще. Так, в прошлом всего 2 человека родилось. У нас такая толпень народу. У нас родилось всего 2 человека. Охренеть. Так, корабль приплывает, чума приплывает, все приплывает. Так, тут нету... На, ну мы в следующем году его посадим. Тут мяса нет, давай пока одного человечка оставим тебе. У нас 5 человек есть, и караван в этом... Мы отправимся его на 8 человек, и семером мы отправимся как раз заниматься делом. Так, тут... На, нет, тут надо. 2000 дохода. Давай, 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 давай. И мы должны отношения были поднять, потому что караван вернулся в город. Я слышал. Нет, не хватило. Листовых походов. Здесь сажают лиственные деревья. Можно производить много древесных лиственных пород. Ферма в питомнике лиственных пород будет вырубать так, зеленые деревья. Можно использовать удобрения для увеличения урожая. А, я понял. Так, посадить на лесной ферме. Так, давай посмотрим. Лесная ферма. Целых диапазон строения. Так, а случаем фракции лесной фермы нет? Тут нету. Большая ферма, большой сад, большая лесная ферма. Охренеть. А маленькая лесная ферма где?
Так. А у меня нет лесной фермы. Погоди, 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 погоди. Где это? Добыча? Нет. Фермерство. Фруктовый сад. Лесная ферма. Мне 4 очка надо. Понятно, все, все, я понял вас. До лесной фермы нам еще далеко, но у нас прибыл корабль, о котором нам прям вот мгновение ока сообщили. Механизмы есть. Есть лекарственный порошок, который мы купим. Повязка. Повязка всего наличия 0. Медицинский период происходит из хлопковой ткани. Хлопка, фармацевт, это мастерская, которую можно использовать для быстрого лечения раненых. Так, лекарства изготовлены из трав или лекарственных трав. Возьмем. Так, давай сбагривать все, что есть. Благо тростника у нас до жопы. Это нам не надо. Так, это сбагрим. Жира до жопы. Перьев до жопы. Итого у нас 4500. Лекарственные травы. Давай в количестве 2000 возьмем. Это 6000. Я просто бабки коплю на семена на всякие. Вот в чем дело. Так, нам надо 1421. Все. 2000 лекарственных трав. Бум. Так, у нас тут 5000, а сколько его? 5300. Серьезно? А я его не продал? Подожди, у меня сохранение. О, смотрите, нормализовалось. Нормализовалось все. Так, погоди, там сейчас люди придут. 1000, все правильно стоит. Тогда давай поменяем 1000 на 2000. Доски не продаем больше. Кофе зерен нету. Тростник, где он у нас? Можем рыбкой забарыжить вообще. Но она один стоит, не вижу смысла. Тростник в количестве... Нет, это не надо, а тут в количестве 2000 штук. Все. Тут что-то стоит. Ну, да, текстиль стоит. Текстиль делается из хлопковой ткани. В ткацкой мастерской хлопковая ткань делается. У нас пока с ткацкими... Так, прибыл иммигранты. О, кочевники прибыли. Да, я понял. Нет, 16 человек. Так, ну что, ребят, вы готовы? Вы готовы поработать? Осталось 15 человек. Сюда отправляем. И сюда отправляем. Все, активно, вперед, работать. Короче, да, у меня нету того, что надо, к сожалению. Ну, ладно, давайте пока уберем. Пока вот так вот все хорошо. Шмоток дофига, кстати говоря. Раз у нас театр закончились... Да, я знаю, мне это уже не надо. Пуховики шей. Все, спасибо. Кстати, пуховики. А сколько стоит пуховик? Тебе отправить пуховик? 21. А тебе отправить пуховик? 18. То есть есть тебе выгодно пуховик отправлять. Пуховик отправлять в количестве... О, родилось 8 человек. Уже хорошо. 990. Сколько будет стоить там сотку? Сотку. Все, я понял. Так, мастерская. 3000, 5000. 5000 пуховиков надо. Надо еще мастерскую строить, как вариант. Так, поля начали засеиваться. 4 штуки, все прекрасно. Это поле не сеется, потому что тут банально ничего нам не надо, как вариант. А вот все остальное будет активно засеиваться. Это кто у нас? Станция пересадки. Ну, тут туда-сюда, куда-то как-то. Да. Здание проапгрейдить, как вариант. Давайте улучшим пару зданий. Буквально 4 вот в этой области. А, уже улучшить не можем. А, подожди, потому что я не туда тыкнул. Вот. Сколько людей требует жилья? 44 граждана. Нина. Ну и не страшно. 2 гражданина лишились дома. Да я знаю, у нас там сейчас много лишится домов. Ну ничего страшного. Так. 151 счастья. Кстати, фонари. Прикольно. Все, теперь они будут светить нам, да? Ну и хорошо. Ты на паузе стоишь. Ну, вода нам тоже не нужна в таких-то количествах. О! Так, очки след новые. Да погоди ты пока. Из дерева можно делать вот это. Из тростника можно делать бумагу. Из бамбука можно делать бумагу. Выбираем тут бумагу. Давай, количество 2000.
7000. Вперед. 7000 бумаги. Так, наступил май. Дровосек умер от старости. Коди умер. Дровосек. Какой дровосек? У меня был дровосек? Окей, ладно. Не знал, прости, братан, прости. Так, с мылом как дела? 15. Из жира и солей. Людей не хватает. Иди сюда, помогай. Типа вот это делать. Тут вместо этого идет лекарство. Но у нас лекарства мало. Так, дом, баня ушла. Иди сюда. Молли закончила школу. Молодец. Или умер. Так, массажист умер от старости. Так, пока вроде все нормально. Как тут дела идут? 1050 в этом году. Надо увеличивать производство, ребят. Вакансии плюс один. В смысле? А, выбрать. Надо выйти и зайти заново, да? Да, все. Вакансии? Супер. Подожди. А если вакансии, то... А, ну это вакансии сюда мне пока не нужны. Я понял принцип действия. Вот вакансии вот сюда нужны, если они есть. Вот сюда вот вакансии нужны. Прям очень нужны. Так, а вот сюда? Сюда вакансии не нужны, зато сюда нужно... Но вакансии сюда тоже не нужны. Ну а вот сюда, кстати, вакансия будет нужна, мне кажется. Если она есть. Есть. И давай вот так вот сделаем. Достигнут лимит. Сколько лимит у нас? 1000. Ну и пусть тогда останется лимит. Тогда давай уберем пока двоих. Понадобятся люди. Ну, лимит достигнут. Ламп 400 их тут. Да, правильно. Если лимит достигнут, зачем нанимать больше? Давай вот сюда. И давай вот сюда. Серебряная мастерская. Поздравляю. Делайте чашки. Нам надо больше чашек, чтобы у нас их было... Подожди, всего так, усовершенствованный материал для улучшения, так, вечерней мастерской можно продать. Так я ради этого и крафчу. Тут пока двое, нет, тут пока не тусуется один, потому что у нас нету в наличии. А, в наличии есть. А сколько тебе надо на ткань на одну? 20, 10, 10, 2 ткани. Братаны, я в вас верю. Вот вам как раз таки надо мастерскую увеличивать в наличии. Людей. Так, у нас только одна такая на лен, да? Правильно я понял? Это не лен. Осень. Кстати, мои очки исследований-то не это. Пора собирать. Но я думаю, они соберут. У нас 25 тысяч еды уже. Обучение. Мы... А, в школу-интернат я хотел вообще идти. А дети школьного возраста будут жить и учиться в школе-интернате, а их эффективность повысится после выпуска. Выпускать должны... Приехать в новые дома. Книги. Строительство улучшения из исследовательского института, где можно использовать книги для повышения эффективности. Ага. Полиграфическая. Понятно. А с добычей у нас что? Ага. Разблокирует продвинутый карьер. И горный карьер. Понятно. А строительстве мы что бацали? А, мебель. Обычная мебель, да? Так, фабрика элитной, мебельная фабрика и фабрика элитной мебели. Я правильно понимаю? Да, 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 да. Это топ, более топовое. Улучшение домов здесь и восстановление здесь. Это переработка, пока не надо. Мосты, кирпичные дороги и золотые дороги, да? Ну, пока тоже не надо. Фермерство, соты. Вот что мы займемся чем. Давно пора было заняться сотами. Так, уже 9 здесь. Опять кто-то помер. Да ё-моё, как так-то, а? Так, тут сбор идет активно. Льна у нас 5000. Ух, давай, ребят. Я в вас верю, осень еще не закончилась. Но сейчас начнется метель дичайшая. Так, тут что сбор идет? В этом году 0. Давай вот здесь мети. А, у нас скорость уменьшилась. Поля автоматом сейчас исчезать начнут? Да. Все. Так, тогда давайте пока вы гуляете отсюда. Все, 30 человек пусть гуляет. Мы до следующего года подождем.
льна, на лен мы посадим, получается, 8 и 7. Здесь 7, мы ставим 8. То есть здесь этих оставляем, с едой пока у нас достаток. 4000 тыквы, косарь 400 помидоров. Эти вообще тут фигарят вон на прополую, как не в себя. Так, а мы пока займемся вот чем, пасекой. Оля обычно находится рядом с зелеными деревьями. А, ну тут плевать где, да, сажать их, ставить, точнее. Так, Оля находится рядом с зелеными деревьями в пределах диапазона строения. Так, пчеловод собирает с них мед и пчелиный воск. Так-то, окей. Так у нас вот деревьев много. Да, давай вот сюда поставим тебя. Ты пчела, я пчеловод. Да, вот это. Так, надо склад здесь поставить. Во, уже что-то принесли. 3 из 7 там. Ну ладно, окей. Так, может у нас еще что добавилось? Не, больше ничего не добавилось. Рынок. Маленький. Потому что тут еще и будут дома у нас. Да, вот тут поставим пару домов. Ну, вот здесь поставим домики. Потому что они начали уже ныть о том, что у них нету места, где им жить, где им что ставить, где им что расти. А, вот. И посмотрим, что у нас с пчеловодами, как они у нас себя поведут и сколько они будут давать нам меда. Увеличь приоритет. Да. Все, строим. 26 человек. Здесь надо всего лишь 16. То есть 10 человек у нас будут в запасе. Я вот подумываю, типа, давайте снизим скорость. Да, сейчас начнется чума. Да плевать на нее, если честно. Декоративное строение. Вопрос. Они будут давать привлекательность? Или это просто, типа, ты красиво все сделаешь? Так-то я 50 тысяч накопил на вот эту штуку. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, декор до хрена. Пыточные. Можно шахматы лепить. Ну, а, тут и белые, и черные. Как вариант. А, подожди, это черный слон. А где черная пешка? А, вот она, один на один. Можно шахматы залепить. Прикольно. Так, 23 человека мерзнет. 38. А почему? А, они мерзнут в принципе, находясь на улице. Точно, метель же подразумевает именно это. Метель должна закончиться сейчас. Уже была. Минус 56. Ну, походу, хрен мне. Сейчас чума еще наступит. Не, метель и чума это жесть. Метель и чума это прям ух-ух-ух. Как плохо. Минус 56 тем более. Хотя бы еды дофига. Хоть какие-то плюсы. Ну давай, давай, достройте мне вот это. Вот это я бы улучшил. О, все, закончилось. Только все еще минус 56. Все равно минус 56. Температура не падает. Сейчас чума начнется. Да, чумы только не хватало. В минус 56-то? Чумы не хватало точно. Так, давай, 10 человек у нас в запасе. Да здравствует мед. Мед или... Так, воск. Мед для чего? Собирает из... Так, урожай 6, нужно времени 10, расход выносливости 5. Выносливость, смотри, везде расход. Собирает из-за упавших ульев на пасеке. Можно переработать в другую пищу. Давай. Я в тебя верю. Давай даже троих поставим. Я не знаю, какой диапазон меда. Да собирайте, обсобирайтесь хоть. А, голод. Это еда дополнительная. Тогда строим еще одну пасеку. О, чума пришла. Да давай, давай, у нас вылечится чума, что проблема. Тогда давай построим еще одну пасеку. Сохранение, спасибо. Пасека. Поставим ее прямо напротив. И здесь мы будем производить тогда... На рынке 2 человека надо. Обязательно. А вот, и здесь мы будем производить тогда не мед, а этот воск. Собирать с деревьев. Тут все строится. Давайте в приоритет поставим. А, что, простите, приоритет.
А вот, очки исследования, как там делать? Все прекрасно, все строительство фермерства. Дальше фруктовый сад. Выполняет те же функции, можно использовать удобрения. Вот оно нам как раз таки и понадобится. Наступает февраль. Ага. Чума как? Чума... Вообще, была чума, не, был, не было чумы, вообще не видно, что чума была или ее не было. Кстати, мы можем снести вот эти два здания. Вот эти три здания. Давай вот так сделаем. Ты давай тогда переквалифицируешься на доски. 800? Нет, 2000 на досок. У нас сейчас планы наполеоновские. На все пошли. Ну вот, поэтому давайте. Карлос достиг школьного возраста. Блин, называть людей, кстати, как мысль у меня была, типа, чьими-то именами, но они дохнут быстро, как мухи, поэтому... О, забить гусей, приручить гусей. У Боля обосновалась стая диких гусей, которые не только щипают саженцы в поле, но и во время от времени... Да, забить гусей. После некоторых борьбы фермеры уничтожили гусей, которые наносили вред сельскоугодиям и горожанам. И получили 1029 гусей. Что это? Как не еда? Март прибыл, давайте. Нет, 4 человека остается. Март прибыл чисто для вас, ребят, для двух ферм, больше ни для чего. 4 человека остается, потому что у нас ушли сюда, ушли, сюда ушли 5 человек. И эти вот сейчас сюда еще уйдут на пасеку. Воск будут мне добывать. Так, я вообще вот что хотел сделать, пока меня не отвлекли. Получишь значки исследований. Прекрасно. Хоть в этот раз не попал никуда. Да, пособираем тут немного урожай всяких. Всего. Ну, когда-нибудь они это соберут. Мне не к спеху, главное, чтобы они занялись. Так, очки исследований. Что мы дальше делаем? Мы дальше идем в фермерство и прокачиваем сад. После сада мы ставим питомник. Ферма выращивает травы и другие культуры на полях. Вот травы нам и нужны как раз-таки. Для того, чтобы правильно. 8 детей родилось. Прекрасно. А ты. Улучшить. Давай. Увеличить приоритет. Так, тут построилось? Построилось. Поздравляю вас. Вы прибываете за воском. Все. А из воска вроде свечки делаются, ну и все такое. У нас 3 человечка сейчас свободным, они будут добывать. Я, вот мне интересно, все, что стоит на паузе или лимит исчерпан, производится ли в большем количестве? Сюда человечка поставим, потому что надо. Да, потому что банально надо. Ну что ж, давайте-ка заканчивать, в принципе. Что у нас хорошего? Да все, у нас теперь производится серебро. Кстати говоря. У нас теперь производится серебро. У нас теперь идет прибыль. Да, чисто вот деньги идут с ничего. Минус один, правда, умер, но это не страшно. Потому что мы сейчас добавим сюда. Можно построить вот эту мяту где-то... Вот сейчас я дорогу посмотрю здесь. Проложить получится ли. Просто... Сейчас, подожди. Дорога. О, у нас... Да, сад появился. Дорога. Вот это. Тут получится проложить дорогу. Все. Это все, что мне надо. Больше мне ничего не надо. Потому что мы снесем эту гору и построим здесь перерабатывающие заводы. Так, извиняюсь, пришлось чихнуть. Вот, да, мы снесем эту гору, технологию возьмем, снесем гору и построим перерабатывающие заводы. Тут идут жители, тут корабли. Красота. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.